полиции республики было достигнуто немало положительных результатов. Такую оценку работе регионального ведомства поставил заместитель федерального министра Игорь Зубов. Сегодня в Министерстве внутренних дел Почувашии провели расширенную коллегию. О результатах и приоритетах правоохранительной деятельности в сюжете Дмитрия Ковалева. Отдел МВД по Ибрейсинскому району признали лучшим по итогам работы за прошлый год. Местным полицейским вручили диплом и ключи от нового автомобиля. Вот так надо работать, и мы всегда будем поощрять в этом плане. Вообще, по статистике, количество преступлений в сельской местности сокращается. Ведомстве отмечают, что большую роль играет профилактика, и ее необходимо усиливать. В полиции делают ставку и на кадровый состав. Улучшен качественный состав сотрудников, наибольший уровень юридического образования в подразделениях дознания, следствия, уголовный розыск, участковых уполномоченных полиции. Текущего года в МВД вновь восстановлен ведомственный опрос общественного мнения о деятельности полиции. 85% жителей республики чувствуют себя защищенным от преступных посягательств. 88% доверяют сотрудникам полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности. В республике сокращается количество краж, угонов, а также преступлений в сфере экономики. Уровень раскрываемости уголовных дел по итогам прошлого года в регионе повысился. Удалось качественно повысить эффективность раскрытия преступлений по горячим следам. В 2017 году мы имеем уже 88 результативных задержаний в рамках плана «Перехват». По установлению местонахождения автотранспорта по горячим следам задержано 77 лиц, подозреваемых в совершении грабежей и краж. Эту практику необходимо совершенствовать. Глава региона отметил, что благодаря усилиям полиции за последние годы улучшилось и качество охраны общественного порядка. Мы провели вместе с вами 1881 мероприятие с массовым участием граждан. Это культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия мирового значения, федерального значения, межрегионального значения. И это позитивная нота повышает социальное самочувствие наших жителей, и уровень преступности в эти дни снижается на 30%. Это тоже статистика. Приоритеты перед МВД региона расставил заместитель федерального министра Игорь Зубов. Задача полиции – обеспечить безопасность избирательной кампании. А угроз сейчас немало. У нас еще есть с вами очень серьезное направление – это противодействие экстремизму. Сегодня в условиях беспрецедентного давления на Российскую Федерацию извне, цель которого совершенно понятна – это дестабилизация России и ее последующий демонтаж – будут попытки, особенно в выборный период, это продвижение различного рода подрывных проектов. В МВД продолжают наводить порядок и в сфере незаконного оборота наркотиков. Только в прошлом году полицейские республики изъяли более 35 килограммов психотропных веществ. Причем, отмечает Игорь Зубов, растут объемы наркотрафика из регионов Украины. Мы договорились о том, что необходимо провести углубленное исследование степени пораженности наркопотреблением молодежи и в целом населения, и принять дополнительные меры по выявлению и разоблачению организованных преступных групп, которые занимаются поставками синтетических наркотиков в регион. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым Игорь Зубов отметил, что в республике организована эффективная система межведомственного взаимодействия. Заместитель министра оценил и работу по реализации программы «Безопасный город». Аппаратный комплекс позволяет снижать количество ДТП и уличной преступности. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.